Вообще, как говорится, такие разъемы везде, где использовались, у япошек. Не, прикольная вещичка. Хочу ее на вшивость, конечно, проверить. Интересно было бы. Ну, бясик на мордахе здесь есть, понятно. Только записи. Она же якобы эквализация, не перевариваю это слово. Нету. То, что здесь пиковый этот самый, это шикарно. То, что здесь автокалибровки нет, это очень хорошо для меня. Я с этой автокалибровкой вообще почти никогда не согласен. Это, как говорится, для ленивых, кто заморачиваться не хочет. Не, конечно, ручная прикольней была бы. Вот. По двум частотам. Но подмагничивания вообще мне лично предостаточно. Ну, ток записи можно было бы тоже, но в основном мне хватает бясика одного. По верхам выставил, и нет проблем. Остальное все уровнем записи подкорректировал. Так, из того, что здесь у нас регулируется, у нас здесь уровень записи регулируется. Биасик, опять же, подмагничивание, то бишь. Вот. В принципе, здесь все хорошо. Так, это на металл, на хром по одному резистору. Это у нас что, нормалька, что ли? Да, биас. А, нет, хрен там. Это правый. Это левый. Прям как у Веги 122, все через одно место. Левый справа, правый слева. Ну, у японцев, в принципе, все справа налево, но это их можно понять. Ой, так что, не, классная вещичка. По кондерикам, надеюсь, не будет проблем особо. Он усилителя амплифайер. Ну, в принципе. В принципе, все в первом приближении нормально. Ну, почему подмотка такая мощная? Это вопрос интересный. Притяжку отсюда, конечно, выковыривать. Целая проблема из-за того, что головки-то у нас здесь как, кстати. На каких? Так, это не то. Вот он усилитель. А, головки, хоть головки на разъемах. Спасибо. По крайней мере. Так, это у нас что? Это у нас, блин. Так, здесь все четыре, что ли? Да. Это записывающая и стирающая тут. А это плюмбум. Плейбэк плюмбум. Господи, я уж с ума сошел. Плейбэк. Воспроизводящая. Ну все, головки отстегиваются, а вот эти все выкрутасы уже в обстановке. Вот такой вот пионерчик. Не, классная штукенция, воспроизводит хорошо, а запись проверим.